Всем привет! Сегодня хотел вам поговорить о таком соединении, как Лилит и Луна. Сразу скажу, одно из самых неприятных соединений в натальной карте. Почему? Потому что эти люди могут отличаться определенной депрессивностью, подозрительностью, зачастую какой-то эмоциональной подавленностью, но прежде всего обилием ложных страхов. То есть вроде бы все хорошо, вроде бы не надо беспокоиться, но постоянно может что-то одолевать. Здесь я бы порекомендовал людям с таким соединением учиться отгонять от себя страхи, задавать себе вопрос, а что вот произойдет, а почему? Почему мне страшно? Давайте разберемся по полочкам. Если вы начинаете разбирать все по полочкам, вы поймете, что это реально надумано. И такое ощущение, что это какое-то, знаете, негативное воздействие извне. Еще и очень часто Лилит соединение с Луной, особенно если начинаешь проверять родственников и задавать определенные вопросы, выясняется, что это показатель колдовства по роду. Там бабушка колдовала, мама что-то там пробовала и так далее. И здесь есть другая проблематика этого соединения. Эти люди открыты, скажем так, козлу. В каком смысле? Их могут там сглазить, там всякие наговоры, в общем, вот все, что связано с колдовством, они для этого чрезвычайно открыты, это раз. Во-вторых, они сами могут к этому тяготеть, и очень часто это показатель определенных эзотерических задатков. Но я всегда таким людям говорю, что это очень опасное положение, потому что их может унести, на них могут как-то так воздействовать, что им, ну, скажем так, не понравится. Поэтому людям с таким положением надо быть предельно аккуратным. Вот так вот. Счастливо!